всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу аккаунты ютуберов. Первый аккаунт это будет начинающего ютубера, второй аккаунт это будет среднего ютубера, и третий аккаунт это будет какого-то мега популярного ютубера, у которого больше 1 миллиона подписчиков. Я очень сильно старался над этим видеороликом, но, пожалуйста, ребята, прямо эту секунду прожимаем огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, если хотите на халяву получить вот этот вот Kunai Poison. Ну что же, леди и джентльмены, поехали! И первый наш аккаунт, который я вам покажу, это будет ютубер, у которого 20 тысяч подписчиков. Вам же всем интересно, какой же у него аккаунт, что же у него есть, ребята, мне тоже интересно. Давайте для начала посмотрим, кто же этот ютубер. Как мы видим, ребят, лучший ранг элита, обалдеть! В третьем сезоне тоже элита, и во втором сезоне тоже элита. В первом сезоне тоже элита, ребята, это истинный киберспортсмен. В союзничках, а что там у нас интересненько? Тоже элита, ты ядрить, лути, чувак, у тебя есть что-то кроме элиты? Мать моя женщина. Третий сезон тоже элита, он что, по приколу поднимает себе только одну элиту? Я не понимаю, но он однозначно красавчик. По КД 2.07, вы это представляете? КД 2.07, красавчик. То есть я скажу так, если у тебя 20 тысяч подписчиков, ты еще не сильно зажрался, и у тебя очень много времени, чтобы играть в Stand of 2. Давайте посмотрим, как он играет. Он играет в... Что, в 4 КД? Красава, брат, красава, базара, зира, дело красиво. Тут он играет в 2,5 КД, и я вам скажу даже так, я против него играл, он очень жесткий игрок. Давайте посмотрим, что же у него по друзьям у него, ребятки, мы видим очень много свободных мест, поэтому, если вы не попасть к нему в друзья, то пишите ему, я думаю, он с радостью вас примет. Переходим в личное сообщение, что же у нас тут есть? Так, что же, читаем, сколько стоит эх, чтобы попасть в клан? Я мечтаю попасть к вам в клан. Я чуть не совсем понимаю. Дай голды, ну дай голды, это дефолт. Наверное, пишут всем, неважно, сколько у тебя подписчиков. Даже если у тебя 50 подписчиков, тебе все равно будут писать ПЖ, дай голды. Ну что же, ребята, погнали смотреть его инвентарь, потому что я уверен, это самое интересное. С вас, ребята, лайк, подписка. Поехали. Опа-па-па-па, с очки снимаешь. А я вижу, кто-то купил голд-пасик. Да ты что, у него целых две пары перчаток. Я не знаю, а чем он применил только одну. Давайте, вот одну будет за КТ, вторую пару перчаток за Т. Это новые перчатки с батл пасса. Обалдеть, братанчик. Ничего себе, ты мамкин-то миллионер. Ёханый бабай, купил. Сколько он купил? Что, он купил 90 уровней? Понял, принял, теперь понятно, откуда у него целых две пары перчаток. У него также есть оранжевый боксик. Ребята, я его открою. Только ему... Это все будет наш с вами секретик. Откроем его Origin боксик и выбьем. О! Выбили эпик. Ну, братанчик, братанчик, поздравляю тебя! Я тебе выбил эпик за 65 голдишки. Обалдеть! Так, ну что, смотрим дальше. Тут мы видим, ребята, очень крутую аркану. Аркану с наклейками арканами. Обалдеть, целыми 4 штуками. Дядя, ничего себе, сказал я себе. Обалдеть! Это прям очень круто. Дальше Фомастик Фьюри с 4 биохазардами. Это тоже очень дорогой скин. Смотрим дальше, смотрим дальше. О, М40 Винтерспорт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут тоже прикольные наклеечки. Но, если честно, пацаны, инвентарь так себе. Я думал, что у такого ютубера будет гораздо богаче. Но, как мы видим, у него всего лишь 20 тысяч подписчиков. Он еще не успел зажраться. Поэтому, ребята, поэтому вот такой вот у него инвентарь. Вот такие вот у него наклеечки. Вот такие вот у него брелки. Все максимально по дефолтику. Ну, прикольно, интересно. Но каких-то супер крутых аркан, супер крутых наклеек я не вижу. Ну а прямо сейчас мы переходим к аккаунту ютубера номер 2, к среднему ютуберу. Ну что же, погнали! И это, ребята, аккаунт номер 2, аккаунт Нави Тренера. Это ютубер, у которого целых 800 тысяч подписчиков. Я вам скажу так, его аккаунт прям очень дорогой. Ну что же, давайте сначала посмотрим, как же он играет. В 4 сезоне он апнул элиту. Дядя, ты чё? Да ты киберспортсмен, я-то и не знал. В 3 сезоне он апнул мастера, а во 2 сезоне обратно элиту. Что же у него по союзникам? Ай-яй-яй, тут-то послабее. Рейнджер, Рейнджер. В общей статистике 1.73. И общее время в игре 2127 часов. Ничего себе, сказал я себе. Ну, я скажу так, неплохо. Хотя, ребят, у меня, например, 8000 часов. То есть я в 4 раза больше времени провел в стендофе.
как же он играет. Давайте посмотрим его историю матчей, потому что мне очень интересно. Как мы видим, ого-го, он играет на первом месте. Так он, оказывается, киберкотлета. Навитренер, братан, я тебя, кажется, чего-то не знал. Ха! В 2КД! Обалдеть, ты жесткий! Мне очень интересно посмотреть, что же он пишет в личное сообщение. Я уверен, там что-то по типу «Пиши, дай голды!» «Привет, ты мой любимый ютубер, прими в друзья, пожалуйста!» Так, пока Навитренер не видит. «Прими в друзья, братик, так уж и быть!» «Бух! Приняли!» «Я твой подписчик, можешь дать голды?» Напишу «Могу!» И все, и все. И все, хватит! «Привет, я твой подписчик, я мечтаю о ноже. Можешь дать голды, потому что у меня 002 голды. Братан, о, я тебе даже голду не смогу дать своего аккаунта. Дай голды, пожи. Обалдеть, чисто все просят голду. Можно прокачку, ты самый лучший блогер из Тинтофер. Мне кажется, этот тип написал всем ютуберам мира, что они самые лучшие ютуберы в мире, лишь бы не дали только голду. Ну что же, ребята, но прямо сейчас будет самое интересное. Мы переходим в инвентарь ютубера, у которого 800 тысяч подписчиков. Погнали! Вау! Обалдеть! Сколько у него голдскулов? Ничего себе! А, они стоят по 80 голды. Ха, ну, тогда понятно. Так, смотрим дальше. Так, ну, как мы видим, Навитренер купил голдпасик, братан. То есть, как мы понимаем, ребята, ютубер уже при бабках. Вы просто посмотрите, сколько у него аркан. Просто вот только то, что я вижу, тут уже, наверное, 1050 голды. Обалдеть, у него М40 монстр, еще и статрек, еще и 4 наклейками, еще и с брелком. Ничего себе, сказал я себе. И сколько он стоит? 45 косарей стоит этот М40. Ха-ха, чувак, ну ты жесткий. Дальше 3 Desert Eagle Якудзы. Ого, каждый из которых стоит по 7500 голды. Видите, он их по-любому закупил, когда цены упали, чтобы потом, когда цены поднимутся, чтобы он их продал и заработал голды. На счету у него 12 косарей. Ну, то есть, ну, маловато, если честно, скажем так. Так, ребят, листаем дальше. Как же много аркан. То есть, примерно вот это все, что я вижу, это, я думаю, 1100 голды. Так, смотрим дальше. М4 Pixel Storm. Еще и крутые, прикольные наклеечки. 360 голды, но, ребят, этим ты нас не удивишь. Блин, как же немного дигло. Ребят, я не знаю. Напишите, пожалуйста, это мне в комментариях. Навитренер, что, пожать диглы? Чувак, зачем тебе одно дигло? Так, дальше, смотрим, какие у него скины. М16 Trimhand. Она стоит. 1500 голды. Ну, обычные дефолтные скины, если честно, я думал, что будет что-то подороже. АВМ Спорт В2. Ну, куда же без него? Авикс Спорт В2. У каждого уважающего себя ютубера, плюс-минус популярного, должен быть как минимум один скин из одной из коллекции. И чаще всего это именно АВМ Спорт В2. Так, ребят, тут уже 1000, наверное, 150. Только то, что мы видели. Окей, листаем дальше. Куча легендарок. И я вижу ТЭК-9 Некромансер. Даже у вашего покорного слуги Кента ПК нету ТЭК-9 Некромансер. Он стоит 1,5 косаря. Не так-то и дорого, но в то же время не так-то и дешево. USP Stone Cold Статрек 2500. А у меня USP Genesis. А, Навитренер, братик, я тебе советую, так сказать, обновлять твой инвентарь. Дальше, ребята, у нас пошли эпики. И не просто эпики, а прям очень много эпиков. О-о-о-о, скины из нового пасса. Прикольно, красиво, молодежно, стильно. Дальше, ребята, у нас пошли рарочки, статреки. То есть я уже вижу, примерно, инвентарь 1200 голды. Да, это круто, но я думал, что-то будет подороже ядрить колотить-то. Тебя за ногу. Окей, листаем дальше. Пошли рарочки, анасики. Дальше пошли анкомонки. И сейчас будет самое интересное. Это, ребята, наклейки и брелки. Я вижу две арканы. Арканы Чарм, Чарм Ханя и Чарм Венгу. Ага, идемте дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я понимаю, кто-то у нас банкер трейдер. Сколько у него этих аркан наклеек? Кажется, который стоит по 600 голды, а вот это сколько стоит? А, ее еще нет на рынке. Блин, ребята, прикиньте, мы приклеим. На дигл, вот это у нее сгорит. Ладно, мы так делать не будем. Мы хорошие мальчики. Мы на чужих аккаунтах суеты не наводим. Ну, разве что иногда. Как же много у него разных прикольных, крутых наклеек. Как же много секерпаков. Как я понимаю, кто-то очень сильно хочет заработать. Брата, мой тебе совет. Покупай Origin коллекцию или Furious коллекцию. Зачем ты покупаешь эти графтипаки, которые стоят по 3 голды? По 3 голды! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 брелку. Хэштег неплохо. То есть этот аккаунт стоит примерно 200 тысяч голды. У тебя, конечно, очень крутой инвентарь, но у нашего следующего ютубера будет инвентарь насколько дорогой?
Вы просто никогда в жизни не видели, насколько дорогого инвентаря. Ну что же, погнали к самому крупному ютуберу, у которого целых 3 миллиона подписчиков. Погнали! Ну а следующий наш ютубер — это Тик-Так. У него целых 3 миллиона подписчиков. Я вам скажу так, у него очень, ну прям очень дорогой аккаунт. Ну что же, ребята, прямо сейчас давайте посмотрим, как же играет ютубер, у которого 3 миллиона подписчиков. Ах, как мы видим, он вообще не играет. Он вообще не играет! У меня такое ощущение, что Тик-Так уже насколько зажрался, что заходит два чисто, ну чисто раз в неделю снять видео и второй раз в неделю чисто постримить. Так, в третьем сезоне Рейнджер, слабоватенько, во втором сезоне Элита и в первом сезоне Легенд. То есть мы видим, что чем больше времени проходит, тем хуже Тик-Так играет. Союзнички, ай-яй-яй-яй-яй. Феникс. Во втором сезоне, второго сезона не было союзников, понял. И общей статистики у него 3100 часов. Очень даже неплохо. КД 2.22. История матчей. Ого-го, у тебя так много результатов отменены. Тик-Так, ты что там играешь с программками, то есть специальными? Оно признавается, это не годик такой. Посмотрите, ребята. И ходим в личное сообщение. Вот тут, ребята, будет самое-самое смешное. Так, как мы видим, Тик-Така все просто приглашают в лобби. Просто, вот тут какой-то RGG тренер приглашает в лобби. Ну давайте мы зайдем и напишем. Здорово. Что хотел? Просто, ребят, ради интереса посмотрим, что сейчас этот подписчик хочет от Тик-Така. 5 minutes later. Прошло 5 минут, он вообще ничего не написал. Ладно, все, выходим. Короче, я скажу так, Тик-Так уже насколько популярный ютубер, что он просто закрыл личное сообщение, потому что так много желающих туда написать было, что просто он не справлялся. И он просто в настройках приватности все закрыл. Смотри, клан. Клан, ребят, клан Киборги, тот самый легендарный клан. И я вижу, сколько у Тик-Така голды. 152 косаря. Тик-Так, откуда вот сколько голдишки-то? Юханый бабай. Ну что, ребята, ну а прямо сейчас мы переходим к нему в инвентарь. Вот тут, ребята, будет полный разнос, поэтому если вы стоите, лучше присядьте, выпейте валерьяночки, потому что, ребята, после этого вам станет немножко плоховатенько. Там такой инвентарь. Все, погнали. 3, 2, 1, поехали! У Тик-Така есть один гравити-пак. Ну давайте мы его откроем. Ну просто на удачу. Просто на удачу, сейчас посмотрим, ребят. А то мало ли Тик-Таку подкручивают арканы, а? Эх, и как мы видим, Тик-Таку выпала рарочка. Не, ребят, Тик-Таку ничего не подкручивают. Дальше Тик-Така есть еще эмпар-кейсичек. Мы его тоже откроем. Тик-Так, ну без обид, ну Риса, ну чуть-чуть же можно, правильно? Мы же с тобой друзья. Риса, чики-бому, я тебе вот сейчас все рарки повыбиваю и нормально. ФНФ-лезер? Что? Тик-Так купил ФНФ-лезер. Не, это вообще нормальный человек? Тик-Так, ты серьезно купил ФНФ-лезер? Посмотрите, вон у него в новых предметах. А ну-ка, история покупок. Ничего себе, Тик-Так-то зажрался. А, он еще Кирголд купил за 55 косарей. Что? Тик-Так? Ты что там в сосну въехал? И гифтбокс купил за 20 косарей. Ого. Так, ребята, все понятно. Тик-Так, короче, манкин трейдер. То есть Тик-Так тоже, ребят, так сказать, на пол шишечки трейдит. То есть у него очень дорогой инвентарь, но он еще помимо того, что у него очень дорогой инвентарь, еще и трейдит. У него, ребята, 5000 предметов. Я еще никогда в жизни не видел так много предметов. У него 2 гифтбокса, что? Как же много у него кейсиков. Ой, а вот тут, ребят, у Тик-Така пошли перчатки. Блин, вот... Как вы думаете, сколько стоит его инвентарь? Я вам скажу после обзора этого аккаунта, сколько он стоит, вы просто не поверите своим глазам, потому что у него аккаунт вот прям очень дорогой. Окей, листаем. 5, 10, ну чисто 13 пар перчаток. Ой, ребят, пошли ножи. Пошли ножички. Ёханый бабай. 5, 10, 15, 20, точки Хармони. Вот просто точки Хармони. Просто у тебя лежат в инвентаре точки Хармони. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Что? 3 керамбита голд? Я такое впервые в жизни вижу. 3 керамбита голд. Ого. Так это что там? 110, 115, 121. И там еще было 2 в начале. 123 ножичка. 123. Тик-Так, ты вообще нормальный человек или как? Я, конечно, все понимаю. Тут подписчикам нет ни одной голды, у Тик-Така ножей можно всю Африку прокормить. Обалдеть, ребята, я уже вижу, вот все эти ножи стоят, ну, примерно, не знаю, 500 000 голды, наверное. Потому что тут только трикер голда и тачки Хармони. Реально, 500 000 голды стоят одни ножи. Пошли арканы, пошла, дорогушечка ты наша. М40 Монстр Статрек. Ну, тут все понятно, 40к голды. М110 Келисел Бист. Тоже прикольные, крутые наклеечки, 10 косарей голды. Окей, понял, принял.
Понял, принял. АКРТХ Статрек. Очень странно, что с такими плохими, какими-то страшными наклеечками. Кстати, вы посмотрите, походу ТикТак очень давно играет с этим АКРом, потому что на этом АКРе 4300 кило. То есть это очень старый древний АКР. Desert Eagle Якудза. О, вот это я понимаю, 7 костерей голды. Вот это я понимаю, еще с прикольным крутым брелком. Просто посмотрите, это все арканы. Еще одна М40 монстр, но это хотя бы не Статрек, но она тоже стоит 9 костерей голды. АВМ Treasure Hunter? Что? ТикТак еще и запрос на куб поставил Авика ТХ. Обалдеть, ТикТак, ТикТак. Ну ты бессовестный-то какой. Так, ребят, все, после съемочек данного видеоролика я пойду тоже на мой аккаунт и поставлю на закупку очень много крутых скинов. Дальше у нас идут аркан, 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 аркан. И что, чтобы вы понимали, примерно ножи плюс аркан ТикТак стоит уже 1 миллион голды. 1 миллион! Это квартира, это квартира. Это, ребята, не сон, это все эмочки самурай. Просто это все эмочки самурай. У него их тут штук 50. Это все акэры дрэгоны. Это акэры ТХ. Кстати, у ТикТака очень много акэров ТХ. 5 штук. Обалдеть. Это все P90 самурай. Это все MP45 Beast. 5 Sand Minova. Посмотри, у ТикТака 5 Sand Minova вообще очень много. Desert Eagle Якудза. Блин, это только начало инвентаря. Вы только вдумайтесь, это начало инвентаря. Я уже не обращаю внимания на вот такие вот скины с такими крутыми, дорогущими наклейками. ТикТак, ты вообще нормальный? Статрек Некромансер Тек 9. Обалдеть. Который стоит тоже 10 костерей. Не, ребята, это аккаунт раз дороже, чем 1 миллион голды. Потому что тут только есть 2 Авика Спорт V2. Целых 2 штуки. Каждый из которых стоит по 45 тысяч голды. А КР Некромансер. Ха-ха. Это прикол, когда посмотрите, как их много. 20. 40. 50 штук. 50 АКР Некромансер. Ребят, кому подарить с аккаунта ТикТак АКР Некромансер? Плюсы в комментарии прожмите. А, вот он, USP Genesis. Дорогулечка, ты наша. Ну, неплохо, ребята. Ну, и еще плюс 20 костерей голды. Сейчас USP Genesis упал в цене, но 20к он где-то стоит. Обалдеть. Так, ребят, дальше у нас пошли рарки. Вы скажете, генпк, это что интересно, обычно рарки? Не-не-не. Я вам сейчас все покажу, то далеко не обычно рарки. Спустя 5 минут листания этих рарок я нашел 2 G2 с дворелика. ТикТак. А можешь пиши мне один подарить? Пиши. Зачем тебе комонки? Мамки, ты-то бизнесмен. Ядрить, колотить, ребята. Разработчики, если вы это смотрите, это противозаконно. Пожалуйста, почистите его инвентарь, потому что это уже просто никакие ворота не лезет. О, пошли наклеечки, пошли рарочки, пошли, пошли, пошли девилиши. Это скулын коллекции с 7 костерей голды, на секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребят, пошла Хэллоуин коллекция. Раз, два, три, 4 наклейки с Хэллоуин коллекции. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Блин, тут очень много наклеек с Хэллоуин коллекции. Прям очень много. Агасики, тут я вижу, ТикТаку повезло. И он выбил граффити Gold School и даже его применил. И тут, ребят, пошли брелки ТикТака. Вот, 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 я еще помню этот брелок, чтобы понимали. Мы вместе с ТикТаком одновременно перешли в стендов. Я помню те времена, когда ТикТак взял, задонатил 5000 рублей и купил полностью весь пас и получил этот нереально красивый брелочек. Вот такой вот, ребят, инвентарь у ютубера, у которого 3 миллиона подписчиков. Просто обалдеть, кожа богатый. Инвентарь стоит примерно 1 миллион голды, плюс еще 150 тысяч голды на счету. Итого мы имеем 1 150 000. Как вам такое? Так что, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайкосик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы хотите на халяву, ребят, получить вот этот вот Flip Knife Dragon Glass, прямо сейчас перейдите, подпишитесь на мой телеграм-канальчик. Ссылочка есть в описании, я вам без проблем его подарю. Ну что же, ребята, напишите, пожалуйста, чей аккаунт вам понравился больше всего. С вами был ваш Кентуха Калитяуха. Всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока-пока!